На Камчатку к месту постоянной дислокации прибыл ракетоносец «Владимир Мономах». Это вторая подводная лодка новейшего проекта «Борей». «Владимир Мономах» совершил арктический переход длиной в 4500 морских миль и пришел в Вилючинск. Там подлодку по традиции встречали на пирсе все экипажи подводных сил Камчатского края. Напомню, 4 года назад в состав ВМФ вошел первый ракетоносец проекта «Борей» Юрий Долгорукий. На стапелях на разных этапах постройки находятся еще 3 подлодки – князь Владимир, князь Олег и генералиссимус Суворов. Подлодки класса «Борей» оснащены новейшими технологиями и вооружены ракетами-комплексами «Булава».